Привет всем! Меня зовут Василий, РН6 Леонид Харитон Федор. Сегодня 2 апреля, воскресенье. Решил вырваться на природу и поработать в эфире на трансивере SunSDR2 Pro, 20 Вт выходная мощность. Выбрался в красивое такое тихое место, вокруг нет электрических сетей, на горизонте река, вот водоем. Приятные сосенки, небольшая тень, где я думаю и остановлюсь, вот, чтобы не было засвета ноутбука. Ну, в общем, примерно так. Сейчас по плану разворачивание антенн, вот, установка аппаратуры. В комплекте у меня раскладной стол, антенны, радиостанция и ноутбук. Питание батарейное, не знаю на сколько, часа на 4, наверное, хватит, на 4-5 работы. Из антенного хозяйства у меня диполь на 40 метров, диполь на 80 метров, такая вот точка питания, прикручу их в параллель, вот. Кабель RG58 метров 20, наверное, и веревочные оттяжки. Сейчас буду закидывать на эту сосну, тут еще несколько сосен, растяну между ними антенну. Ну, поехали. Это мое рабочее место. Небольшой панорамный обзор на этих сосенках. У меня антенны и растянутые прекрасные виды, фазаны кукарекают, шишки трещат на сосенках. А, в общем, мы разложили, разложил я антенны, вот, подвесил, диапазон 40 метров и 20 метров, эфир, конечно, шикарный, шум эфира примерно где-то 2,5 до 3 баллов, вот, с учетом на 40-ке, диапазон 40 метров, вот, станций много, вещают, сейчас будем вызывать, единственное, нужно проверить КСВ антенн на этом подвесе, может быть, слегка укоротить и подстроить КСВ. Ну, сейчас попробуем. Сейчас попробуем позвать. Хорошего отдыха от трансивера, прием. Спасибо за пожелания. Всего доброго вам. Пока. Роман Николай, 3. Роман Антон Леонид, прием. Роман Николай, 6. Леонид Харитон Федор, дроп Павел, прием. Дроп Павел. УТ-2, Иван, Роман, еще было в суффиксе Павел, Кирик. Здравствуйте, добрый день. 5-9, Владимир Знаменко, прием. Володь, плюс 5 децибел, так что тоже довольно здорово. Спасибо тебе, всего доброго, прием. Взаимно вам, всего доброго. Так, в суффиксе последний, Павел, слушаю вас. Роман Николай, 6, Леонид Харитон Федор, дроп Павел, прием. Роман Николай, 6, Леонид Харитон. Так, дроп Павел. Там, если что-то немножко суффикс, я как-то невнимательно. Здравствуйте, добрый день. Для вас 5-7-5-8. Владимир Знаменко, прием. РН3, радио Анна Леонид. Здесь Роман Николай, 6. Леонид, Харитон Федор, дроп Павел. Поприветствую на частоте, работая с полевых условий. 5-9 вам рапорт. Василий, QTH, город Таганрог, где-то километров 20 в полях. РН3, радио Анна Леонид, РН6, Леонид Харитон Федор, дроп Павел. На приеме. Да, радио.
радио Николай 6, Леонид Харитон, Федор Друпаев, Роман Николай 3, Роман Антон Леонид. Принято, Василий. Вот. А какую вы антенну там используете? От аккумулятора работаете, да, прием? Да-да, здесь 20 ватт SDR-трансивер работает, питается от 12-вольтового 7-амперного аккумулятора. Вот, антенны диполь 40 метров и 80 метров параллель, на небольшую сосенку, наверное, точка запитки сверху метров 5-6 и края где-то, ну, метра 2-3 над землей работает на приеме. Ясно, Василий, ну хорошо, вот даже 8 баллов сейчас, сигнал у вас такой резкий, пробивной, так что довольно неплохо, неплохо. Ну что, спасибо за КСО, хорошей вам работы, что будет, слушаю вас, прием. Я понял, Владимир, спасибо большое за КСО, наилучшие пожелания, вот, и рад буду слышать вновь. РН3, радио Анна Леонид, РН6, Леонид Харитон, Федор, 73, до свидания. Ага, Василий, всего доброго тебе, до свидания. Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел, всем прием. Роман Антон, 3, Сергей, Ольга, прием. Радио Анна, 3, Сергей, Ольга, правильно? Да, правильно, правильно. Спасибо, РА-3, Сергей и Ольга. Здесь Роман Николай 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел. Принимаю вас с рапортом 5-9, громко. Василий, близ хутора Красный, это километров 20 от Таганрога, из полей. 20 ватт на батарею и диполь этот диапазон. РА-3, Сергей и Ольга, РН6, ЛХФ, слушаю вас. Василий, принято, здравствуйте, добрый день. Ну, уже к вечеру дело. День еще. 5-7 принимаю вас, не громко, но уверенно. Пятерка-семерка, зовут Владимир, город Скопин. Скопин, Владимир, прием. Да, Владимир, Скопин, записал, все в лучшем виде. Спасибо большое, что услышали, ответили. Вот, вопросов нет, только наилучшие пожелания. РА-3, Сергей, Ольга, РН6, Леонид, Харитон, Федор, дроп Павел. Если что, ко мне отвечу, прием. Понятно. Спасибо большое. Вопросов нет. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Спасибо вам, Владимир. 73, до свидания. На частоте Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел. Радио Николай 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел. Всем прием. Радио Анна 3, Галина, киловатт Анна. Радио Анна 3, Галина, киловатт Анна, спасибо за вызов. Принимаю вас с рапортом 5-9, громко. Василий, работаю из полей, близ хутора Красный, Таганрог недалеко. РА-3, Галина, киловатт Анна, РН6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел, прием. Да, Василий, здравствуй. Радио Николай 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел. Здесь радио Анна 3, Галина, киловатт Анна. Вась, принимай тебя 5-9. Ровненько. Виктор, Бруслановка. Бруслановка, рядом город Липецк. Вот такие дела, Вась, на приеме. Да, Виктор, Бруслановка. Записал ваш QTH. Спасибо большое, что ответили. С хорошим рапортом. Вот. Ну, вот природа помогает. Небольшой диполек по схеме Inverted V примерно. Верхняя точка метров 6, а нижние края где-то метра 3 от земли. Вот так вот и работаем. Виктор, такие дела. РА-3, Галина, киловатт Анна, РН6, Леонид Харитон, Федор. Спасибо за КСО, 7-3. Да, Вась, принято. Спасибо за КСО. Желаю вам хорошо там отдохнуть, подышать свежим воздухом. Вась, пожелаю здоровья, успехов тебе и удачи. 73, пока-пока. Спасибо большое, Виктор, спасибо, взаимно. И весны вам побыстрее. 73. На частоте Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел, всем прием. Всем Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел, прием. Радио 6, Федор, Дмитрий, Ульяна. Радио 6, Федор, Дмитрий, Ульяна, спасибо за ответ. Принимаю громко, 5-9 плюс, Василий, близ хутора Красный, 20 километров от Таганрога. Р6, Федор, Дмитрий, Ульяна, РН6, Леонид Харитон, Федор, дроп Павел, прием. Да, Василий, принято, прекрасненько. 5-8, так 5-9, чуть-чуть что-то это самое как-то как покачивается станция, так все прекрасно, информативно, все ясненько. Принимаю в Пятигорске, зовут Александр, на приеме.
Александр, сейчас Пятигорск, забьем Пятигорск. Есть такое дело. Александр, ну здорово, здесь аппаратура SDR трансивер, SunSDR 2 Pro, 20 Вт, питание от аккумулятора и диполь метров 6, 5-6 над землей, на деревьях растянут. Вот, вот такие дела. R6 Федор Дмитрий Ульяны, RN6 LHF Дроп Павел. На прием, Александр. Где-то выездная, что ли, бригада, или как, на приеме? Да. Вот встречаем весну, выехали в поля тут, недалеко от речки, работаем, работаю в эфире. Александр, прием. Да, понятненько, понятненько. Не холодно у вас, а то у нас сегодня что-то в Пятигорске похолодало прям на приеме. Да ничего, так солнышко светит, ясный день солнечный, плюс 12, наверное, 13 тепла. Вот, ну, сижу в куртке, а так нормально, весна наступает. Александр, прием. Да ясненько, ясненько, да у нас было и до 24, вот 4 дня назад было, а потом вчера, позавчера что-то похолодало, так дождик прошел, вот сегодня картошку сажал уже, так что такие вот дела. Ладненько, Василий, семерочка-троечка с Пятигорска, наилучшее пожелание, если есть вопросы, отвечу, нет, значит, пока-пока. Спасибо за QSO, Александр, за ваш ответ. Наилучшие пожелания, хорошей теплой погоды, наступление весны, как говорится. R6 Федор Дмитрий Ульяна, RN6 LHF, Дроп Павел, 73, до свидания, всех благ. Да, пока-пока, дальних связей. Всего доброго. Я радиожок 6, Василий Еленов, 740 метров, прием. Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел. Роман Николай, 6, Леонид Харитон, кто? Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел, прием. Леонид Харитон, Федор, приветствую вас, спасибо за вызов, добрый вечер. Я негромко воспринимаю, пятерка-семерка, пятерка-шестерка, 5-6-5-7 на данное прохождение. Павел, город Кизляр, как приняли, прием. Павел, Кизляр, все принято, Кизляр записал, спасибо. Здесь Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел. Я воспринимаю с рапортом 5-9, пятерка-девятка, громко. Меня зовут Василий, работаю с полей от батарейного питания, где-то 20 ватт мощности. Хутор Красный, близ города Таганрога, километров 20, наверное, вот так. РЖ6, Василий Елена, РН6, Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел. На приеме, Павел. Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел, я радио Жук 6, Василий Елена. Принято, все прекрасно, ну здорово, для 20 ватт это очень громко, 6-7 баллов, очень уверенно, такой пробивная модуляция, вот, очень здорово слышно вас. Спасибо большое за приятное QSO, вам здоровья, удачи и хорошего отдыха. 73, пока-пока. С большое спасибо, Павел, за QSO, за хорошую оценку, за прием моего сигнала. Вот. 5-6 метров над землей диполь висит, и вот 10 ватт до 20 пиках, не больше. Спасибо за QSO, будьте здоровы и до будущих радиосвязей. RG6 VE, RN6 LHF, Drop A, 73. Галина, всем прием. FPDS Contest. Radio Lima 4 Florida, Romeo Lima 4 Florida, FPDS Contest. Radio Lima. Анна Николайщука на приеме. Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор. Роман Николай, 6, Леонид Харитон, Федор. Василий Таганрог, поприветствую, добрый день. Я громко принимаю, 9 баллов и на плюс немножко. Сергей, Москва, поселок Знамя, октября на приеме. Да-да, Сергей, все принято в лучшем виде, спасибо. Здесь я воспринимаю с рапортом 5... Пятерка-девятка, плюс 10 децибел. Василий, работаю из полей. Здесь РН6, Леонид Харитон, Федор, Дроп Павел. Ватт где-то 10 мощности, диполь 5-6 метров над землей. И питаюсь от батарейки, SDR-трансивер. На приеме.
Да. Шикарно, шикарно, Василий, все принято. Стабильно, хорошо, 9 баллов, вот, уверенно и красиво. Вот такая информация, Василий. Роман Николаевич, 6, Леонид Харитон, Федор, R2 НКО. Это вы где-то на выезде находитесь, да? Еще раз, какое место, где находитесь на премии? Да-да, Сергей, R2 NQ, R6 LHF, дроп E. Сергей, выехал встретить весну, что называется, 13-15 градусов тепла, вот, солнышко, ясное небо, тепло, птички поют, шишки трещат на соснах, поэтому тут их немного, правда, в наших краях. Но вот нашел местечко такое, подвесил антенны, 40 и 80 метров два диполя в параллель висят, метров 5-6 над землей, 10 ватт выходная мощность, ну до 20 на пиках, наверное, аккумуляторное питание, SDR Transceiver SanSDR 2 Pro и ноутбук. Вот, ну часов на 4-5 хватает заряда где-то, вот работа еще часа, наверное, пол, может быть, час осталось. R2 MQ, R6 LHF, дроп E, на приеме, Сергей. Да, ну стабильно, хороший проход, хорошо твои 10 ватт, шикарно звучит аппарат, вот что значит на природе, ничего не мешает, ничего не качает, все здорово, спасибо, Василий, удачи вам, хорошо отдохнуть на природе, здоровья и, конечно, до будущих встреч, РН6, Леонид Харитон, Федор, Р2, НК, на премию. Да, Сергей, большое спасибо, также за КСО, самые теплейшие пожелания из Таганрога, ну тут километров 25 от Таганрога, вот, с полей, скажем так, весны, наступления, тепла и здоровья и всех благ. R2 NQ, R6 LHF, дроп E, 7-3. Всего доброго, Василий, 73, до будущих встреч, пока. Да, Николай. Великолепно принято. R4, Павел, Дмитрий, Ольга, Роман Николай, 6, знак центр. 5-8, 5-9, вот на уровне Тюра я вас слышу. Очень уверенно, Александр Терек на приеме. Да, все великолепно. Вот сейчас 6 баллов, вся передача прошла. Прохождение и просто не поймут, что такое. Нет, идет, что вы делаете. Мороженое -1. Вот и ветрено. Хорошо, благодарна за кислород, здоровочка, хорошего вечера. Здорово, всегда, я говорю, восхищаюсь твоим звуком, завидую белой завистью, поэтому так. Саш, спасибо огромное от коллектива. 73, что будет, Санька, на приеме? Да, принято, замечательно принято, Сереж. Вот, да тоже звук у тебя, вот, не скромничай, у тебя звук великолепный, чистенький, открытый. Обязательно подойду, крепко вам здоровья на группу, ребят, благополучия, Сереж. Ну, самое главное, хранит Господь Бог. До скорого, пока-пока. Ну вот я и поработал сегодня из полей, что называется, приятный отдых, птички поют, трещат, шишки потрескивают, как, знаете, как костер, вот, очень здорово, 20 ватт мощность в пиках, на самом деле в среднем 7-8 до 10 ватт выходная мощность. Отвечают хорошо на природе, как говорится, и природа помогает. Антенны работают хорошо. КСВ-1 без согласующего, подстроенные диполи. Поэтому все здорово. Всем спасибо, кто отвечал мне в эфире, кто услышал. В том числе несколько станций с Украины на 7-175 от 3 до 5 ватт с выходной мощностью. Очень здорово принимал. Всем большой привет. Спасибо. Пока.